вот мой дом. Правда, не родной. Че, ребята? Я думаю, стоимость аренды. Государственная стоимость. 1,5 миллиона, ребята. А, ид игрока стоимость, я понял. База. Так, а точно это база? Ребят, какой номер дома? Дом 933. Все, дом 933. Хорошо. Уверен, что хотите продать свой гонство ГСА? Вам будет разрешено ее стоимость вычетом 30%. Также будет разрешено 60% от стоимости купленных улучшений, если вы хотите продать дом другому игроку. Я понял, да. Сколько, ребята, мне сейчас дали рублей? 74 500 и 147 965. Ребята, мне дали почти полную стоимость. Вы продали свой дом. Налог за продажу дома составил 30% от его стоимости. Налог был 20 миллионов, да? Налог 20 миллионов. И мне дали 141 миллион 479 591 1239. Все. Это просто жесть. Это просто жесть. Короче, знаешь, сколько мне дали? Как ты думаешь? Ну, там 20 миллионов где-то. Сняли. Да, что, я думал, с меня 50% снимут руки. Не-не-не. Офигенно. Все, погнали. Че, ребята, сейчас будет знаменательное, как бы, событие. Я буду передавать деньги Армену. Сейчас там админы по тегам охренеют или что они там. Не теги, а как они эти. Мы, короче, поняли, через которые отслеживаются. Все, ребят, этот дом теперь не мой. Ну, в принципе, он и не был мне особо нужен в последнее время. Он не нужен был тогда, когда у нас была крутая банда, мы наводили суд. И то, а сейчас у меня организация, где есть свои законы, порядки, правила, команды. Это намного интереснее. Так, едем в банк, сюда заруливаем, сразу в батарею залетим. И я хочу увидеть, ребята, последний раз свой дом в таком облике, в котором есть он сейчас. Потому что больше вы не увидите в таком облике мой дом. Так, давайте сейчас сначала в банк заедем. Блин, да как же ее носят, офигеть. Надо уметь управлять таким тазиком. Бах, задом, жопкой, все отлично. Фух, ну идем. Нифига, 4000. О, все. Слушай, денег потерял сейчас, прикинь. Сколько? 4400. Так, список моих счетов. Кстати, а на основном счету я не посмотрел, сколько у меня денег, прикиньте. Баланс 4,89, да? Сколько там? Ну, у меня 10 лямов получается. А, слышишь, Паш, стой. Слышишь, стой. А что такое? Ну, стою. Да, 10 лямов. Не переводи пока, слышишь, Паш? Стою. Не переводи. Короче, тут лучше не переводи. Тут помнишь та ситуация, как, блядь, с Юрой? Ща процент кто-то получит хорошенький. Погнали. Поехали в Арзамас. Хорош, а не знал. Систему нафиг надо. Точно? И, блин, я не знаю, там, блядь, по какой сумме лучше переводить. Там дикий процент сейчас заберет. Не, подожди, а в Арзамасе там же Госбанк. Ну да, там Госбанк, но там в любом случае в систему. А, да пофиг, ладно, процент погнали. Подкидывается. Вас супу угнали. Как это нахуй так вообще происходит? Отлично, давайте посмотрим, кто угнал. Кто угнал? Ищем супру. Это не моя супра, точно, это Жига. Блин, кто же супру угнал? Хочу последить просто за этим чуваком. Так и думал, что ее угонят, если честно. Вот в коем-то веке решил не закрывать тачку, ее угнали. Все, фижи пропала. Ну ладно, пускай катается, чувак, на здоровье. Давайте сейчас долетим до моего дома. Увидим его крайний раз в таком облике. Кстати, посмотрите, какая картинка красивая. Во, вообще четенько. Вот. Вот такую, ребят, фото себе скриншотите, и мы его увидим совсем в другом образе. И, кстати, его даже побольше должны сделать, потому что он тут маленький. Помните, как-то я с вами уже разговаривал, он тут вообще маленький, то есть тут два шага дойти. По сути, он же у меня намного больше в жизни. Вот, если помните, я тут допрыгивал до второго этажа еле-еле как. Ну, точнее, до балкона. Сзади, наверное, тоже переделают. Ну, в общем, не знаю, ребят, пускай это останется интригой. Я, все, что я видел, это то же самое, что и вы, это фотографии на странице Ковалевского. Так, ну что, давайте, во флай, улетаем. И полетели в Арзамас. Да, ребят, решил, короче, я вложиться. Снимаю сейчас все деньги и передаю их Армену. Для того. Опасное, конечно, дело, ребята, рискованное. Но рискованное в том случае, если вы не уверены в своем друге. Не уверены в, скажем, в надежности своего друга. В Армене-то я уверен на 1,000,000,000%. Просто на сексилиард. То есть, ну тут вообще глупо об этом даже думать о плохом. Потому что мы уже столько времени вместе с ним, столько времени друг другу помогаем. И это настолько круто, настолько, что мне кажется, ну, не, естественно, не я один дорожу этой дружбой. А Армен, соответственно, тоже, в этом даже не стоит сомневаться. Вот тут даже вход бесплатный. Че, давайте его тэпнем. Че, погнали? Свой номер счета. Деньги, кстати, должны в банке лежать, да?
Да-да-да, банк надо закинуть. А, ну давай, сколько переводить? Паш, как дела? 40. Так, зачет скопируй лучше, Паша. 40. Сразу, чтобы там несколько переводов делать. Эх, если честно. Там в любом случае комиссия будет. Ну ты будешь прям до Талова топить? Ну, посмотрим, блядь. Не до самого Талова. Ладно, я понял, по сколько переводить тебе? Давай по сотке тогда что. Так, снять банковский, положить на банковский счет. Снять с банковского счета. Давайте сейчас все снимем. Давайте где-то 1 200 000. Слушай, мне сначала нужно с основного счета снять деньги и потом положить на другой, да? Можно и так, да. Не, ну это же дополнительные эти самые. Просто я смотрю, я вроде не могу сразу с основного счета перевести на твой счет. Подожди-ка, почему? Так, основной счет. Вот я тоже не понимаю. Безналичный перевод, все получается. Безналичный перевод, да? Получается, безналичный перевод делаешь и все. А, понял. Окей. Так, номер банковского счета. Ну и погнали. 5%. Раз, два, три. Раз, два, три. Размер комиссии 1% до 100 тысяч. Ну все, 100 миллионов. Перевести. Куда? Счет. Сумма 950. Окей, окей. Все, я перевел. Ну и погнали сейчас так 10 раз. А нахрена 10 раз? Давайте сейчас сразу 1 000 000 000 ему переведем. А почему по несколько раз? Почему я тебе сразу не могу всю сумму? Мне кажется, там больше сумма будет. Да не, нифига. Можешь, конечно, сразу кинуть. Там, мне кажется, там дико комиссия будет. Кинь сразу тогда еще. Так, сколько там 1 миллиард? Я забыл. Раз, два, три. Раз, два, три. А ты раз, что? Раз, два, три. Что, комиссия, я думаю, будет 1 000 000. То? Комиссия 50 Паша, миллионов. Когда ролик? Армен, когда ролик будет? Понимаем, что с нас сейчас сняли 50 миллионов процента. Ошалеть. Но на самом деле, вроде бы это ровно столько же, кстати. По-моему, блин, я с математикой, у меня плохо. Короче, что так, с меня бы все равно бы сняли бы такой процент. Че, остаток на счету 38 миллионов. Армену, получается, я перевел 90 миллионов, что ли, получается, да? Сколько я тебе, получается, перевел, Армен? Так, сейчас чекну. Здорово, здорово. Паша, дай руку, по-братски. Посмотри, сколько там. Должно быть 1 090 000 000 вроде как. Хотя нет, тоже неправильно. Не, 1 450 000 000. 22-ю часть жду, 22-ю часть, ты топ, Паша. 22-я на основе вышла, ты чё, давно уже? Да ладно! Ой, 20, какая там? 23-я. 23-я, брат. Четверг, как обычно. Ой, жду, брат, жду. Спасибо большое. Да ну, я тебе... Сейчас я тебе это... Так, должно быть, я да, ребят, WhatsApp должно быть 1 900 000 000. А, напиши плюс, я его Катя напишу, чтоб тут не говорить. Давай, а давай. Паша, палец армы. Паш, на счет тебе кинуть. Палец армы. Все равно этот ролик, Паша, скорее всего, выйдет на моменте, когда... Паша, можно в армию было по-братски? Это к Армену, если что, пацаны. Арменчик, по-братски, пожалуйста, я тебя молю. Призыв у нас каждый день, ой, пацаны. Следите за госволной, либо на форум подавайте заявку. Если Паша, не Паша, хотите ждать призыв. Я не могу. Пошлет. Все, Паш, я отправил ЛК. Арменчик, а у тебя когда видео выйдет? Скорее всего, у нас следующей неделе. Ну, смотри, сюда. Тебе этого хватит или перевести? Да, я думаю, да. Точно? Ну ладно, если ну, что... Ну, у меня еще плюс есть, если что. Если что, там, не... ты же можешь мне позвонить? Я смогу зайти, если буду рядом. Ну, это будет воскресенье вечером. Завтра вечером, да? Да. Ну все, ладненько. Ладненько, что, давайте тогда всем удачки. Напиши сейчас лучше, слышишь, Паш? Чё? Напиши лучше сейчас друшляку, а то сейчас подумают еще что-то, блядь, не то. Я понял, хорошо, давай, напишу. Паш. Всё, давайте, все, пацаны, всем удачки, пока. Давай, пока. Всё, да, ребята, все правильно, деньги перевелись Арменчику. Ну, надеюсь, мы выиграем в аукционе. Увидимся уже после аукциона. 1x хлеб. Антоха подтянулся. Сейчас его, блядь, не запахнет. Здорово, мы тут шатались, пока ехали, прикинь. Чего? Вон бус. Благо мужик нормальный, четкий. А что это вы тут делаете? Конец. Кино-то уже кончилось.